OMTV.ua, про найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Наше ПВО, оно лучшее в мире. Оно глубоко эшелонировано. С земли ударные звенья боевых вертолетов и их воздушного проводника прикрывают панцири, которые контролируют всю воздушную обстановку и точно знают, свой в небе или чужой. Ну а в ночь на воскресенье в Москве и Подмосковье раздались взрывы. Предварительно российскую столицу атаковали неизвестные беспилотники. По данным российских СМИ и телеграм-каналов, произошел хлопок в здании IQ-квартала, расположенного в Москва-Сити. Там размещены сразу три российских министерства: Минэкономразвития, Минпромторгами и Минкомсвязи. Также есть сообщение о том, что системы ПВО сбили несколько беспилотников в районе Одинцова и Красногорска. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал происшествие атакой дронов, в которой обвинил Украину, и заявил, что жертв и пострадавших нет. Позже в экстренных службах заявили, что есть пострадавшие. Из-за взрывов закрывали на вылет прилет аэропорт Внуково, но потом возобновили работу. Поехали отсюда срочно! Мы уезжаем завтра, мы не остаемся здесь. Этаж раз... Это... Просто еб... Короче, подожди. Хочу сказать, что специальная военная операция идет в строгом соответствии с графиком, по плану. Сейчас такой этап, когда стратегическая инициатива полностью уходит из рук российских вооруженных сил, ну, имеется в виду командование российскими вооруженными силами. И не только стратегическая инициатива, что касается событий по линии фронта, но также и политическая инициатива окончательно уходит. То есть мы сегодня видим, что никаких внятных объяснений происходящим процессам Кремль абсолютно точно сформулировать не может, а их и нету, и невозможно их сформулировать. Потому что здесь давайте говорить следующее. По Бахмуту понятно, что наступление, вот это пресловутое, о котором много говорили, Российская Федерация, которая куда-то должна была идти и, соответственно, выходить на оперативные просторы, закончилось там же в Бахмуте, соответственно, никуда никто ни на какие оперативные просторы не вышел, а других инструментов, собственно, продвижения по линии фронта в России нет. То есть везде сейчас очевиден переход к оборонительным порядкам, на накоплению оборонительного ресурса и так далее. И тут, с другой стороны, то, что делает Украина, Украина сейчас занимается формирующими мероприятиями, скажем так, да, то есть подготовкой поля боя. Для этого, собственно, продолжается стремительно, ну так, в ускоренном режиме накопление ресурса, а параллельно ускоряется, интенсифицируется, я бы даже сказал, обстрелы вот всей инфраструктуры по линии фронта российской, имеется в виду тыловой инфраструктуры, это склады разного порядка, это накопители разного порядка, ну и определенные, скажем так, снарядные склады тоже уничтожаются. И опять же, параллельно с этим расширяется ареал войны как таковой за счет российских территорий. На мой взгляд, очень пока не хватает ресурса РДК, имеется в виду человеческого ресурса, то есть все-таки количество людей, которые так или иначе на контракте находятся у РДК и Легиона Свободы России, незначительно. Хотелось бы, конечно, увидеть там другие цифры, ну то есть я имею в виду, чтобы мы могли говорить о существенном влиянии на регион. Я думаю, это будет, но чуть-чуть позже. Это должны быть цифры от там 2,5 до 5 тысяч людей, тогда это будет чувствительно и для Курской, и для Брянской, и особенно для Белгородской области. Я думаю, что там события будут гораздо более объемные, гораздо более масштабные и так далее. Ну и, соответственно, информационно Россия сегодня демонстрирует такой абсолютно растерянность, то есть внятно прокомментировать, что происходит в Белгородской области, некому, внятно прокомментировать, что происходит по линии фронта, некому. Есть определенные сегодня задержки с точки зрения организации, собственно, наступательных операций со стороны Украины. Это связано, опять же, с тем, что все-таки накопительный период, он не так быстр был бы, как нам бы хотелось. Ну и кроме того, передача определенной, как вы правильно сказали, номенклатуры, оружейная номенклатура, она все-таки еще продолжается. Да? То есть это оформлено уже. Де юре, по сути, оформлено даже получение ракет повышенной дальности разных видов, не только Storm Shadow, но фактически это занимает определенное время. И я бы сказал, этот период не только
переформатирования инициативы, кто контролирует инициативу, но также период такого, знаете, напряженного ожидания с одной стороны и напряженной подготовки с другой стороны. А дальше это уже будет очень быстро и стремительно развиваться, опять же, к тому или иному следующему рубежу, следующему этапу. Безусловно, Россия изменила, скажем, ассортимент тех снарядов, которые используют для обстрелов. То есть все-таки есть определенный дефицит крылатых ракет. Как таковых, количество крылатых ракет гораздо меньше используется в этих обстрелах и гораздо больше используется непосредственно баллистики, Искандеров разной природы и, соответственно, модифицированных С-300, С-400 из Брянской области, опять же, по Киеву, используется гораздо больше управляемых авиационных бомб, но они используются прежде всего по приграничным областям, таким как Черниговская, Сумская, ну и Харьковская частично, с севера и так далее. То есть изменение ассортимента используемых снарядов, да, присутствует. Кроме того, действительно, у России есть истощение ресурса, если мы говорим о ракетных возможностях, истощения ресурса крылатых ракет, классические крылаты, которые они использовали в течение всей зимы, осени, зимы для того, чтобы атаковать энергетическую инфраструктуру. Но зато у России очень много есть комплексов, вернее, ракет комплексом С-300, которые переформатируются, еще раз говорю, в формат земля-земля. Не земля-воздух, а земля-земля. Вот они это используют. И, соответственно, баллистика атакует Киев. И мотивации всего три, на мой взгляд. Первое — это отвлечь возможности систем ПРО, ПВО от линии фронта, ну, для того, чтобы, собственно, иметь возможность атаковать и по линии фронта наших ребят. Ну, имеется в виду, чтобы ПВО не закрывало порядки наступающих, а было сконцентрировано на обеспечении закрытого неба над крупными городами Украины, ну и прежде всего над столицей, где наиболее большая концентрация гражданского населения. Вторая мотивация — это уничтожение, собственно, центра города, да, ну для того, чтобы оказывать существенное психологическое влияние на общественное настроение в Украине. Ну то есть, грубо говоря, убивать гражданское население, разрушать многоквартирные дома и таким образом как-то все-таки модифицировать вот этот высокий уровень морально-волевых качеств, которые есть в Украине, которые в ожидании находятся контрнаступательных операций. То есть это вторая такая мотивация. И третья мотивация абсолютно простая. Вы знаете, война идет до момента, когда одна сторона должна проиграть обязательно. Вот для России это выглядит следующим образом. Если выиграем, ответственности за все, что мы делаем, нести не будем. Ну, точно так же, как в 2014 году, никто же не нес ответственность за захват чужих территорий, за массовые убийства и так далее и тому подобное. Точно так же сейчас Россия рассуждает следующим образом. Выиграем, никакой ответственности не будет, поэтому одним убитым больше, одной больницы разрушенной больше, одной школы разрушенной больше и так далее. А если проиграем, то, опять же, одним убийством больше, одним меньше, уже никакой разницы не будет, потому что все равно пожизненные сроки там в Гааге, если кто-то выживет из тех, кто принимал такие соответствующие решения. И поэтому это, знаете, это такая уже, ну, будем атаковать, потому что имеем такую возможность и реализуем свою накопленную ненависть. Вот тут очень важный параметр, я об этом всегда говорю, все-таки война определяется не только математическим анализом ресурсных возможностей, но и психологическими настроенческими позициями. К сожалению, вот эта ненависть, она превратилась из какой-то пропагандистской ненависти к Украине, она превратилась в такую внутреннюю животную ненависть, просто надо вырезать украинцев. Вот есть возможность убивать, мы будем это делать, потому что это тешит некие внутренние психологические струны и позволяет испытывать удовольствие от того, чтобы потому что ты не можешь Киев захватить за три дня, ты не можешь, условно говоря, продемонстрировать наступление, о чем Путин, помните, да, вот опять же напыщенно еще осенью, в конце, поздней осенью 2022-го заявлял, что мы сейчас выйдем там до админ границ и так далее. Я, кстати, напомню, очень важный аспект. И, кстати, мы сейчас можем перейти к этим темам, потому что опять появляются миротворческие инициативы дивного плана. Давайте там новую линию разделения, немедленно остановите огонь. Сегодня опять идея дивной страны Индонезии о том, что давайте-ка вы там быстро остановите огонь, отойдете друг от друга на 15 километров, и мы проведем там референдум под эгидой ООН по поводу того, чьи эти территории. Выглядит потрясающе. Но на самом деле я напомню, куда двигался Путин осенью, зимой 2022 года. Насколько я понимаю, они хотели дойти до админ-границ, скажем так, Донецкой и Луганской области, сохранив при этом контроль над сухопутным коридором вдоль Крымского канала, условно говоря, ну, имеется в виду часть территории Запорожской и Херсонской области, зафиксировать новую линию разделения, заявить в одностороннем порядке о том, что они выполнили все цели СВО, зафиксировать эту линию разделения и устроить массовое давление на страны. Смотрите, мы уже не воюем, остановите Украину, пусть они не воюют и так далее. Ну, соответственно, даже этот план был провален успешно. И вот сейчас, так как никаких
институциональных планов у России нету. Единственный план — это сохраниться так или иначе на хотя бы части оккупированных территорий. Поэтому, соответственно, вот идут обстрелы, которые должны снизить, еще раз подчеркиваю, морально-волевые качества Украины и параллельно с этим вести вот эту информационную кампанию. А давайте вот напомню, вчера еще и дополнительно такая страна с древнейшим названием Венгрия, соответственно, тоже высказала Испания. Смотрите, давайте главное не допустим контрнаступления. Это нельзя допускать, потому что это неправильно, это несправедливо. Надо, чтобы украинцы умылись кровью и заткнулись. Ну, выглядит, конечно, многообещающе, но тем не менее.